идея. А? Собачка? Короче, поставьте лайк, или я вызову сейчас одну бабку. Ап-ап, быстро. Она сейчас выйдет. Быстрее лайк. Внучок, ты что-то делаешь? Оу, друзьяшки, влепите лайк. На меня нападает какая-то чернокожая бабка. Оу, я загорела. На солнце лежала весь день. Иди сюда. Оу, вот, друзьяшки, влепите прямо сейчас лайк, потому что без лайка, ну никак. Я не смогу сбежать от этой бабки. Есть. Тут у нас мясо есть. Как раз таки мы сможем сейчас покормить эту собаку, чтобы она нас не тронула. Тут у нас есть сейф. Вы, друзья, знаете пароль от сейфа? Я вот на самом деле не знаю. Ну, окей. Вот же, блин, бабка, бежи за мной. Внучок, иди сюда. Что же не так с этой бабкой? Она стала темнокожей. Как это возможно? Предлагаю зарядить свой, как бы, нормальный этот зарядку. Давай, заряди. Ага, фигушки. Что там делает эта бабка? Друзья, как мы ее назовем? Напишите прямо сейчас в комментарии. Вот, блин, она заметила меня. Где она? Воу, бабулита, ты что там делала? Я гуляла на ночь, мне нужно. Сказал доктор, чтоб я гуляла по городу. Иди сюда, быстро, внучок-пердог. Бабулита, я говорю тебе, успокойся. На. Бабка, что с тобой? Смотрите. А, внучок, ты что сделал? Так давай, беги быстрее. Сейчас мы заберем это мясо. Забери мясо. Мясо заберем. И, конечно же, отнесем это мясо нашей, как бы, вот этому питомцу бабулиты. Так, где? Я не вижу этого питомца. Так, ладно, брось сюда, короче. Быстрее зайдем сейчас в этот туалет. Там заберем ключ. Тут есть ключ. Давай быстрее. Синий ключ забирай. А чего синий ключ? Сейчас мы это узнаем. Вот же, блин, а. Капец. Не работает никакой ключ против этой бабки. Что же делать-то, а? А, так, ладно. Проверим этот ключ. Давай быстрее, открывай что-нибудь. Дай, блин. О, тихо. Yes. Так, что тут внутри? Еще одна дверь. Опа, опять. Еще одна дверь. Так, мы внутри. Ё-моё. Поймала меня гадюха. Что? Как это возможно вообще? Окей, мы открыли подвал. Теперь наша цель зайти в подвал секретным образом, чтобы она не заметила нас. И спокойненько там посмотреть, что там будет интересного. У меня включился... Окей, Google. Ты издеваешься? Это что, бабка все натворила? На тебе, бабулита. Все из-за тебя, кажется. Все, быстрее беги от нее. У меня есть ключ, я спокойно могу зайти в дом. Так, что у нас тут? Ёшкин кот, мне нужны... Как бы зарядка, а то фонарик вообще не работает. А-а-а. Внучок, иди сюда. Блин, эта бабка очень опасная. Мне нужно зарядить фонарик. Ну-ка, давай зайдем, попробуем к ней домой, прям внутрь. Так, машину мы не откроем, да? Или что? Синий, зеленый, синий ключ, я не знаю откуда. Ну, навряд ли от машины, кажется, да? Да, навряд ли, так я и понял. Так, бабулита. Извини. У-ху-ху-ху. Yes, быстрее бери. Все, валим быстрее домой, пока есть шанс. Машину мы не открыли. Ну, я смогу пройти сейчас в этот дурацкий подвал. Давайте посмотрим. А, пупеть, что-то такое. Ха-ха. Заряжено? Что заряжено? Что у тебя в холодильнике, бабка? Ты сдурела, что ли? Да она вообще тут хранит какую-то дичь. Всякие штуки какие-то. Так, пожалуйста, дайте мне зарядку от моего дурацкого вонючего фонарика. Мне нужно зайти в подвал. Не могу найти. А! Пошло! Вон! На тебе! Отлично! Давай быстрее! Так! Фонарик! Так, это закрыто, хорошо. Как я понял, нужен какой-то особенный ключ, да? Так, это не отсюда же, да? Нет, не отсюда, хорошо. А мальчик, а не сюда! Я тебя поймаю! На тебе, бабка, подожди. Что это было? Хоп. Бам! Промахнулся! Бабка, вонючка, пердучка! Посмотрите, она смотрит телек. Давайте поближе посмотрим сейчас, что она там смотрит. Надеюсь, она не услышит меня же, да? Так, какое-то телевидение. А? Она выключила? О, устала телек смотреть.
Наверное, лучше посплю. Так. Очуметь! Бабка смотрит телек! Ё-моё, смотрите! Жесть! Оу! Она меня заметила! Оу! Блин! Бабуля, ты извини! Я не хотел! Так, я могу забраться на этот маленький домик? Пожалуйста, дайте мне возможность забраться сюда. Какую-нибудь хоть возможность, пожалуйста. Так. Нет, кажется, на маленький домик на дереве забраться невозможно. Хотя, кто его знает? Кажется, не просто так он тут построен, да? Так, давай, ты сможешь, пока эта бабка не нашла нас. Ты сможешь, челик! Давай! Блин, ладно, все, мы валим. Валим к ней домой. Все, ты никого не видела, бабуля-то? Все хорошо, все нормально. Пожалуйста, зарядку дайте мне. Ну, блин, зарядки ни одной нет, капец, жесть какая-то. Ах ты ж, ёшкин кот. Я остался без ничего. Ну, мы зайдем сейчас в подвал. Я усыпил бабку. Так, давай, открой дверь. Нет, она закрыта. Ладно, давай зайдем сюда быстрее. Быстрее! Вау! Сейчас быстрее зайдем в подвал. Нужно посмотреть осторожно, что там внутри, пока эта бабуля-то спит. Ну-ка, тут у нас оружие. Мы ее заберем на всякий случай. И что у нас в подвале? Вау! Тут пока ничего. Ага, тут еще одна дверь. Так, давайте искать предметы какие-нибудь. Ключ! Это что за ключ красный? Я не знаю. Так, это не отсюда, кажется, да? Закрыто. Хорошо, красный ключ мы добыли. Тут у нас ничего. И тут... Ой, это что за газ? И там сзади какая-то есть еще комната. А, пупеть! Как нам ее остановить, этот газ какой-то странный? Блин, не знаю. Короче, у нас есть красный ключ. Хорошо. Теперь мы его должны использовать. Какую-то дверь. Ау! Но ключ мы добыли, уже хорошо продвинулись в этой игре. Я знаю, от чего этот ключ, сейчас мы его проверим. Так, хочу зарядить свою пушку. Давай сейчас зарядим. Хоп. И... Хоп. Все, одна пулька есть. Бабуля, выходи давай. И... Ой, блин, что я сделал? О, она сама ударилась! Ха-ха! Быстрее бери предмет! Так. Стреляй! В смысле? Ладно, вот так вот держи. Ща, подожди, бабка. Ты сильно не кипишуй! Все хорошо! Со всей дури смотри, давай! Беги на меня! Влетчик! Я все равно буду бежать, если ты меня даже кидаешь! На тебе! У-у-у-у-у! Все, теперь заходим в дом! Срочно! Есть красный ключ! Я знаю, от какой двери. И это аналогично, что это от этой двери. Отлично. Так. Да, надеюсь, ты... в смысле? Вы издеваетесь, что ли? А чего тогда эта дверь? И где добыть ключ от этой двери? Мне кажется, этот ключ от машины. А давай проверим. Хоп. Не открывается, закрыто. А, пупеть. А чего тогда может быть этот ключ? Друзья, напишите комментарии, если вы знаете. Игра сложна в своем репертуаре, так сказать. И ее проходить не так уж и легко. Так, у нас тут время еще показывается. Нам это не надо. Нам нужно найти дверь, которая открывается с красным ключом. Пока неизвестно. Друзья, напишите комментарии, как, что, как, почем проходить эту игру. Так, меня хочет выкинуть эта бабулита. Успокойся, бабка, все нормально. Все, на этом все, друзья. Надеюсь, понравился ролик. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Мы продвинулись вперед. Узнали, что почем. Там есть секретная комната в подвале. Все. Пишите комментарии, го продолжение, обязательно продолжим. Всем удачи, всем пока.